думаю, что если, когда я сказала Nintendo Games, вы сразу поняли, что я проигрывали. Nintendo Games, я понял. Хочу меня подписаться на Я вообще не комментарий даже напишу, ну ладно, плевать. И это мой канал, где я буду делать всякие летсплеи. Сначала я буду делать летсплеи на Sims 3, Sims 4, когда он наконец уже выйдет. Пока, надеюсь, он не выйдет сразу. Ладно, я что-то успела побудить на поднос. И могу выкладывать, если вы хотите, пишите в комментарии. Думаю, вы найдете, где написать комментарий. Sims 2 я еще можно выкладывать, а скорее всего не буду. Да если вы будете говорить 2, да если вы 2. Я сказала 2. Даже если я буду говорить да, то я все равно не выложу. Скорее всего, да. Ну ладно. Будем говорить о моем канале. Да. Я скоро буду. Ладно, плевать. Я скоро буду, мне кажется, не очень скоро, но скоро выкладывать уже видео. Как я играю, всякие видеообзоры на новые. Каталоги, дополнения. Я думаю, я так сейчас руки, что все боржутся так, что у меня будет, когда будет новая программа, это, пусть говорят, обхохочешься, думаю, мне там покажут. Я не уверена, что мне там покажут, ну ладно. Простите. Но скоро, когда я вас подожду, большой. У меня будет чуть побольше фанатов, подписчиков. Да, у меня будет сколько-то там лайков, а не лайков, не пальцев вверх, не подписывайтесь. Не подписывайтесь. Это красиво меня. А то все сразу от меня отпишутся, хоть я не знаю, какого подписчика. Ну ладно, плевать. Скоро я буду выкладывать, когда я немножко подрасту, когда у меня будет сложиться много подписчиков. Немного нормально так. Ну, не знаю, 15 тысяч. Ладно, 15 тысяч, когда у меня будет около подписчиков, я начну выкладывать видео про Майнкрафт, про Far Cry, про мафию, про еще чего-то. Ну и так далее. Что вы хотите, пишите мне в комментариях. Договоримся. Ну ладно. Всем пока. Это была супер новость Леры. Прошу в комментариях писать Лерка. Для вас, кстати, могу быть Лера, Лерка, Лера с Гей. Лера Скейнс, не следите, простите, пожалуйста. Лера Джи, Лера Би, Лера Эй. Я так трясла головой, кстати, не сегодня очень. Скоро будет 9, а еще скорее будет 10. Она еще не знаю, кто сказал. А мне скоро будет 9, да, как вы поняли. Дальше скажу, уже вспомню, что я хотела сказать. Сори, простите, я извиняюсь не сильно. Да, в комментариях пошу писать Лера. Да. Кстати, я могу для вас быть Валерия Ильинична, Эфрос, Валерия Эфрос, Лера Эфрос и Александр Сергеевич Пушкин, дамы и господа. Не знаю, почему Александр Сергеевич Пушкин, просто люблю это писать. Ладно, всем пока. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.